что сегодня? Готовы вырывать топ-1? Да. Ну что я могу сказать напоследок? Удачи вам, что в КС, что в реальной жизни. Поздравляем вас с третьим местом на Горилла Экстрим Кап весенним. Ждем вас на следующих ланах, что на Горилле. Всего хорошего. Спасибо. Да, Алексей Алексеевич, надеемся на первое место в будущем. И сейчас на фотографирование. А первое место наконец-то. Евгений Попов. За, по-моему, пару лет, не считая ланы, когда было 8 команд, заняли топ-1. Что? Они 5-5. Человек за второе место присуждается команде Т-44. Выигрывают они 15 тысяч. Ну-ка, я сейчас 15 тысяч. С чем мы их поздравляем? Игнатий! Молодцы, да. И первое место сегодня, наконец-таки, занимает команда DESC. Что скажешь по организации и клубу сегодня в целом? Были ли какие-то задержки, возможно, перед первой игрой? Да нет, в принципе, задержек вообще никаких не было. Сегодня получилось все максимально удачно. Ну, хорошо. Шикарно. Горе лучше. Да, видимо, этот лозунг останется на века, пока не сгорело. Ну все, собственно говоря, будете дальше играть, вас, наверное, ждут уже ваши оппоненты, ваши мейты. Всем спасибо. Удачи. Всего доброго.